Рыба гниет с головы, а дом с крыши. Когда осадки не только на улице, но и в подъезде. А погоду в доме портит рухнувший потолок. В таких условиях приходится выживать людям, живущим в 69-м доме на улице Челюскинцев. И вот такая вот у нас ситуация. Обратите внимание, вылетают кирпичи. Сказал, что у нас упал потолок и... Проходи поскорее. Вот что мне теперь делать? В новой серии программы «Пара ласковых» моя коллега Ольга Распономарева разберется, как привлечь к ответственности управляющую компанию и защитить свои деньги и дом. Не пропустите эфир уже сегодня. Сразу после выпуска новостей мы скажем свои «пару ласковых».